«Ты плюс я равно земля». Под таким девизом в прошлом году в центральном парке города была высажена аллея семьи. Посадили деревья семьи работников градообразующего предприятия. Пирамидальные тополя в количестве 20 штук заполнили один из пробелов в ландшафте парка. Однако не все деревья перезимовали. Часть молоденьких тополей высохла. Организация, которая занималась высадкой, дополнительно закупила саженцы, чтобы придать аллее законченный вид. Городской парк центральный, он высажен деревья уже достаточно давно, поэтому здесь регулярно проводится обновление вот этого зеленого фонда, так скажем, да, и, конечно же, мы, как только узнали, что такая работа будет проводиться, мы сразу же откликнулись, но так как мы всегда привыкли доводить начатые дела до конца, в этом году мы сами проявили такую инициативу, чтобы приехать на эту аллею семьи и высадить новые деревья вместо тех, которые не прижились. Управляющая компания, которой руководит Рустам Елтимиров, уже давно занимается озеленением города и принимает участие в экологических акциях. Рябины, липы и тополи, высаженные сотрудниками компании, есть на территории загородных лагерей и предприятий города. Специалисты по озеленению с трепетом относятся к каждому зеленому уголку Салавата. Мы работаем с башкирскими питомниками. Все наши саженцы имеют закрытую корневую систему, что улучшает качество приживания. А в качестве акции мы неоднократно участвовали в городе и высаживали рябиновые аллеи, голубые ели, липы. Сейчас здесь пирамидальные тополя. Приехали помочь нашей семейной аллее. Тополь не случайно выбран в качестве основного озеленителя российских городов. Именно это дерево является самым лучшим очистителем воздуха. Тополь поглощает из воздуха углекислый газ, а по количеству образующегося кислорода дерево в десятки раз превосходит хвойные деревья. Алена Чернова, Олег Долгушин, телекомпания «Салават».